ребятульки, всем привет. Сегодня такой ролик не про балку, а про посадочку будет, потому что леса больше нету. Уже приходится садить лес. Бежа закрылась, конечно. Лес валить не буду. Тут, конечно, такой лесок симпатичный. Я бы уже и такой валил бы. Так, вообще, ой, вообще леса нету. Взяли лица всякие. Одна на 6 гектар, а вторая на 4, если не ошибаюсь. Мы их сидим, досадим. И он прямо кое-что раком встал. И фигачит. Колин рад, мой рад. Пошел, так батареечка садится. Давай быстро чуть засниму. Контентика чуть. Мы другого нету, потому что не валим. Ну-ка, Коля, покажи, как садится. Вот такая ямочка. Главное, чтобы лопатка... Как она? Как это называется? Чем это? Меч Колесова. О, мечиком. Здесь такая, типа, хватка должна быть, здесь такая. Ну, либо есть хугольная. Все, сажен сюда, пока такое. Опа. И все, и нахуй прижал. Все, и не вылазит. Все четко. Сколько родов идет, получается? Схема смешения. Три сосны. Ой, три березы, семь сосны. Вот. Либо березы, либо там еще другой идет, правильно? Да, в зависимости от почвы. Смотря какая почва. Глинистая, суглинистая. Песчаная, субпесчаная. На глинистой какие садятся? Дубрава. Садится клен, дубрава еще. Что за дубрава? Дубы. А, да. Какие еще виды песка? Песчаная, субпесчаная. Это глинистая. Такая вот? Да, это да. Это такая вот. Здесь типа береза и что еще? Сосна, береза. Еще все. Все? Да, основные породы садятся. Ну, еще некто, некие экспериментаторы садят еще лиственницу. Брат, не приживается в Беларуси что-то. Маловато растет. Ну все. Все понятненько. Ну, две минуточки пойдем. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайкосики. Там хейтерам привет. А, хейтерам, да, привет, которые пишут, вы не садите лес. Садим все-таки, вот. Блин, я бы показал бы, она там далеко идет, за корочку еще. Прямо хрен он стоит с мечиком своим. Ну, тут 6, да, и вторая 4. Ну, на этом закончу, подписывайтесь. Ой, блин, солнце светит. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. А, не забываем про сайт. Создал сайт про бензопилу там и инструкция по эксплуатации. Тоже все там есть. Потом дальше буду закидывать уже и не только один штиль пойдет. Хускварна, Макита и все. Ну, все такие вот бензопилы. Все интересно, ссылочка будет в описании и закреплена в комментариях. Ну, всем пока.